Бог меня помазал, водил меня по церквям, приглашал меня к апостолам. Я многих апостолов знаю, многие меня помазывали на это служение. Мой духовный отец, пастор Михаил Шагас, кого я очень сильно обожаю, уважаю и люблю, он напрямую молился за меня и высвобождал, что на мне помазание управления, управляющий, вот, а мы все где-то должны учиться управлять собой в первую очередь, потом управлять своими бизнесами, а потом управлять, конечно, и финансами, потому что финансы для того, чтобы мы управляли ими, а не финансы нами. Вот, поэтому Бог помазал меня на это, и через пастора Михаила в какой-то момент Бог высвободил для меня вечером, когда мы молились, Бог высвободил ночью, прямо во сне он пришел ко мне и сказал: президент христианских бизнесменов. Я тогда вообще не понимала, что это такое. Я начала это в компьютере искать. В компьютере я этого не нашла. Видно, я первопроходец в этом отношении. Вот. И поэтому Бог дал мне призвание вести бизнесменов, так как я уже больше 29 лет в бизнесе и вела очень много людей сама по себе.